Предполагаемого виновника крупного ДТП в Магнитогорске оставили за решеткой на 2 месяца. Напомним, в аварию попала семья, которая ехала из роддома. По версии следствия, пьяный водитель внедорожника вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой находились супруги с младенцем. От полученных травм глава семейства скончался на месте. Его жену и новорожденного сына госпитализировали. Бабушка по телефону разговаривала, она нас поздравляла. Передай Диме. Я говорю, хорошо. И я вижу, что он... Встречная машина вылетает, что она навстречу нам, врезается в одну машину, та отлетает в сторону и в лобовое к нам. Суд не отпустил его на подписку о невыезде, даже несмотря на то, что за предполагаемого виновника аварии адвокат предлагал внести залог в 1 миллион рублей.